Вот такие вот конвейеры. И что делать мне теперь? А, наблюдать. Где у меня научная лаборатория? Вот она. Я же ее хотел поставить. Так, и это поставлю. И это поставлю. Ну, три лаборатории. Классно. Непрерывное открытие. Заглядение. Не могу глаз оторвать. Я жду, закончатся ли у меня бутылочки. Или, может быть, четвертую лабораторию сделать. И вообще, что плохого в профиците лаборатории? Поставлю я излишек лаборатории. Поставлю сразу еще две. Пусть будет больше лабораторий. То есть, лучше пусть будет дефицит бутылочек, чем дефицит лабораторий, я думаю. Потому что лаборатории все-таки легко ставить. Потребляют не очень много, всего лишь 60 киловатт, как майнер. А потом электричество можно экономить. Ну, в лаборатории немного у нас будет стоять, не больше 10, я думаю. Потому что производство синих бутылочек очень дорогое, и желтых. А потом серые бутылки эти, военные, научные, набор. Поставлю больше лабораторий. Так. Вот зачем здесь столб стоит? Их неудобно. Так. Вот так. Вот так. Этот столб я уберу. Лабораторию поставлю. Ну, посмотрим. Да. Три лишних лаборатории получились. Ну, теперь буду знать. А, нет, две все-таки лишних лаборатории. Три более-менее работают. Так, теперь, очевидно, нужно добавлять производство зеленых бутылочек. Красных пока у меня много. Потому что они на конвейере скопились. Не буду ждать, пока они закончатся. Я буду сейчас наращивать производство зеленых бутылок. Обороняться пока незачем. Потому что... А! Надо защиту здесь внизу на севере поставить. Защиту на всякий случай. Потому что жуки, они подлые. Они наступают, нападают там, где совершенно не ожидаешь. Я здесь поставлю защиту. Столечко. А! Вот что я еще придумал. Надо же действительно патроны здесь ставить. Строить. Патроны нужно производить. Где железо-то все? Хватает его вообще? Или нет? Или конвейеры уже забитые? Нет, конвейер вроде не забитый. Можно, конечно, еще и уголь додуматься, автоматическая загрузка угля в печке. Ну, это, ну, сейчас это все долго. Потом будут другие печки, более эффективные. Потом можно будет и с автоматической загрузкой угля поморочиться. Больше конвейеров поставлю. 600. Угу. Куда я их дену? 600. Посмотрим. Кажется, 200 стали уже готово. Давно. Время собрать ее. Так, ничего не пропустил. Ну, заморгает, если пропущу. Сколько лишних? Ой, полно лишних.
50, везде у меня полностью забито. Печки забиты под завязку. У меня лишняя руда железная. Ух, куда ее деть? Я знаю, куда лишнюю руду деть. Сюда. А вот и сталь лишняя. А вот у меня и бронежилет. Сколько надо стали? 50? А я думал 200. Ой, ошибся. Странно. Все, готов. А это мне не нужно, это я уберу сюда. Теперь надо, если железа хватает... А, у меня сундук заполняется. Заполнился. Сейчас я посмотрю, будет ли хватать железа на конвейерах. Что-то как-то не хватает. Надо больше майнеров поставить. С печками. Вон, вон, ползет железо. Ну, конвейер пока справляется с нагрузкой, а значит, я могу поставить еще пяток майнеров. 5 майнеров еще поставлю. Загляденье. Ползет все. Еще фоновая музыка играет. Дополнительный трек для Факторио стоил денег, я его купил. Так, сюда у нас профицит железа. Профицит значит лишнее. Здесь тоже. Здесь тоже. Ну, можно подумать уже над производством патронов. Так, здесь у меня железа не хватает. Конвейер не наполняется. Надо добавить майнеров. Сколько у меня тут есть? Нету ни одного. Вот как раз ресурсов на 5 майнеров. Добавлю 5 майнеров. Печки есть. Уголь есть. Железа не хватает, однако. Ну, в этом месте железо у меня уже истощается. Поток железа. Сюда вот хватает. На схемы хватает, а на шестеренке не хватает. Вот в этом месте. Где у меня еще не хватает железа? Ну вот, чуть-чуть железа не хватает. А это что? Камень? Нет, это просто графика, не камень. Его нельзя срубить. Да, чуть-чуть не хватает железа вот сюда вот. Сейчас поставлю майнеры, а потом одну фабрику поставлю на непрерывное производство патронов. И сундучок поставлю, будут производиться патроны. Для экспансии, для захвата ресурсов. Пошел. Я пошел ставить майнеры железные. Вот железных майнеров много надо. Железа надо много, а меди надо мало. А у меня залежев залежи меди 295 тысяч. Залежи меди 295 тысяч. Залежи железа осталось 306 тысяч. Сколько было на старте, я не знаю. А сколько я произвел, кстати, сейчас посмотрим. Вот я добыл уже 14 тысяч. За 2 часа игры, за 3 часа игры. Ну что же, железо у меня еще есть на несколько часов игры. Но уже надо думать о расширении территории. Пошел ставить майнеры. Опять ночь наступила, опять. Огонь освещает территорию. Майнеры. 2, 3, 4, 5.
печки. Печки надо ставить к каждому майнеру. Загрузим сразу. Теперь подумаем, как это все отправлять. Так, это сюда. Наоборот. Направление перепутал. Теперь это сюда. Ой, сюда. Так, это сюда. Так, это сюда пойдет сразу. Это сюда. Так. Все, провожу электричество и пошло. Пошла кота на мясо. Ну, 5 майнеров заработали с печками. Только успевай уголь загружай. Загружай. Загружай уголь, товарищ. Кочегар. Надо пойти в бойлер проверить. Хватает ли там угля? Ну, откуда я дену уголь весь? О, уголь закончился у этого майнера. Поставлю еще один, да? Да, почему нет? Вот сюда. Сундучок. И электричество. Ой, мне кто-то звонит, мамочки. Банк, что ли? Останавливаю запись. Сохранюсь.